Дом купили 5 лет назад, здесь была полностью целина, стояли старые яблони. Вот 5 лет мы возделываем эту землю. Видите, что получилось. Смотрите, это еще наше тыквенное озеро. Тыквы цветут. Мы их только вот поначалу поливаем, когда еще маленькие они, потому что потом я сюда не захожу. Вот смотрите, на другом огороде у нас кабачки здесь. Видите, желтые в этом году. Здесь желтые, простые кабачки. Квини сорта, цукини, вот они. Мальчик. Жарко, конечно, сейчас им всем. Жара стоит 33 градуса днем. Но вот они едят только рано утром и ночью, и все. Они мои родные. Вот кабачок тертый, свекольник и крапива, потому что многие задают вопрос, как делать мешанку индюка. Вот это последний наш вывод в этом году. Это чешское яйцо было, рост 308, оплот был хороший, вывод тоже. Им сейчас 5-е суточки, они у меня находятся в сарае. Выпустили, пока они сейчас тут походят, потом мы их прогоним дальше. Ну вот посмотрим наш огород. Вот это у нас хрен. Смотрите, какой он у нас мощный. Цвел в этом году, запах у него искусственного меда. Прямо вот есть искусственный мед. Вот это у меня капуста. Мы в этом году посадили ее сюда. Видите, какая она пушистая. Результат какой будет, не знаю. Это морковка. Ее надо прополоть, но не могу, потому что жара стоит, вытаскивается вместе с морковкой. На другой стороне мы видим картошку. Ботва хорошая. Какой результат будет, покажем. Мы используем природное земледелие. А картошку окучиваем перегнившей соломой. Это делаем уже не один год. Вот. Вот она сейчас цветет. Посадили в этом году позже, потому что была очень плохая весна. Вот. Вот наша свекла уже начинает завязываться, свеколка. Мы ее сажаем подсолнухи, где только можем. Мы любим семечки. Вот видите, какие большие стоят. Вот здесь капуста мегатон. Я сажаю ее отдельно. Капуста всегда показывает хороший результат, но тут чуть-чуть засела ее в этом году картошка. У нее очень такая плотная листва и образуются хорошие кочаны. Схожесть из пакетика обычно бывает 9 штук, и 9 штук обычно все выживают и прекрасно развиваются. Дом купили 5 лет назад, здесь была полностью целина, стояли старые яблони. Вот 5 лет мы возделываем эту землю. Видите, что получилось. Стараемся. У нас посажены молодые яблони, груши. Груша у нас плодоносит с яблонями. Есть у нас старая груша. Она дает нам каждый год. А вот эти ранние яблочки у нас. Вот это тоже яблонька, посмотрите. Это сорт «Скала». Это крупные яблоки. Тоже будет много. Ну, конечно, с весной плохое сбросилось все много. У нас вымерзла одна яблоня, потому что очень холодная зима была. Помните, я вам показывала рассаду лука «Эксибишн» мы сажали. Но в этом году погода плохая. Много, конечно, саженцев погибло. Но вот смотрите, вот сейчас видите уже какие головки. В том году, конечно, весна была потеплее и головки были намного больше. Но, по сути, ничего сложного в этом нету. Не всегда удается полностью сохранить всю рассаду, потому что были заморозки. Вот. Ну, вот такой лук. Вот так мы возделываем огурцы. У нас грядка, она накрывалась укрывным материалом. Сейчас мы уже сняли, потому что огурцы уже в большом росте. Еще не солим. Начали только собирать на еду. Сегодня сделаем малосольными.
Грядка тоже замульчирована перегноем сразу, когда они засыпаны. Это дает нам... Что дает еще это? Это дает питание огурцам. А еще можно начинать поливать пораньше, потому что здесь не голая земля. И у нас почти нигде голой земли такой нет. Мы все время что-то мульчируем, чтобы вода не скатывалась, а впитывалась сразу. Вот смотрите, мы каждый год выращиваем тыкву вот таким способом. Здесь, под низом, у нас насыпано перегной. Ну, то есть опилки старые были, солома, картофельная ботва, потом помидорная ботва. Мы здесь накрывали, вот там чуть-чуть видно, не хватило черного, был белый укромный материал. Накрываем белым укромным материалом, делаем дырки мы. Но это все с осени готовится, большая подушка. Потом чуть-чуть земли, ну, охапки две. Семечки я сажаю семечками, тыквы у нас свои. Видите, какая листва. Все, тыквы больше не поливаем, я больше к ним не подхожу. Результат у нас каждый год, не знаю, как в этом году, хороший. Тыквы развиваются сами по себе, тыквы начали цвести. Сейчас она другой грядке. Вот смотрите, здесь вот один рядом с объем, вот наши молодые яблони. Сейчас я покажу вам другую грядку у нас тоже. И тыкв, я кормлю тыквами курей почти что до марта месяца. Мы их не трем просто, в этом году я покажу. Просто мы ее разрезаем. Даже если не разрезаем, они сами выкалывают дырки. Сначала выедаю середину. Помните, покажу другую грядку нашу. Ну, вот смотрите, это еще наше тыквенное озеро. Тыквы цветут. Мы их только вот поначалу поливаем, когда еще маленькие они. Потому что потом я сюда не захожу. Я их не пропалываю, там натяну. Здесь уже чисто черный материал. В следующем году его будем менять с дырочками. Здесь уже четвертый год эти грядки находятся. Мы постоянно подкладываем. Сейчас иду. Постоянно подкладываем перегной. Ну, вот ботва идет картофельная, не сжигаем картофельную ботву. Солома перегнившая. Весной еще чуть-чуть добавляем. Сверху чуть перегной накрываем материалом. Я покажу потом. В этом году не успевали. И сажаю семечки. Семечки у меня свои. Я сажаю обычно 3-4 семечки. Потом 3 оставляю или 2. И все. Вот видите, никаких хлопот. Поливка уже здесь не нужна. Я просто сюда не пройду. Питания у них там достаточно. Воду они собирают, когда роса листьями. И вот так мы выращиваем тыквы. Видите, они уже начали виться у нас по заборам. Там уходят туда, там у нас трава. Сейчас сюда перейдут на загородку. Это загородка от моих очень гусей умных. Пролазивают всюду, куда можно. Вот смотрите, на другом огороде у нас кабачки здесь. Видите, желтые в этом году. Здесь желтые, простые кабачки. Квини сорта, цукини, вот они. Я их тру. Видите, завязываются. И вот смотрите, на чем они сидят. Здесь куча тоже с перегноем. Черный материал. Сверху присыпали скошенной травой, потому что жара была, чтобы чуть-чуть умерить жару. И все, теперь только поливаем. Вот смотрите, вот так растут наши кабачки. Тоже не полю, только вот сейчас жара поливаю. Если были дожди, даже бы не поливали. Вот эта маленькая куча, застеленная черным материалом. Тоже с осени. Здесь картофельная ботва. Виноград мы это обрезали. Ну, закладываем все, что можно. И вот так они у нас произрастают. Мы приспособились. Способ этот нравится. Особых затрат он не ведет. Главное запустить их, чтобы развилась корневая система, а дальше она там сама дойдет себе кушать. Теперь дело дошло до зайчиков. Гуси сзади, теперь покормим кроликов. Вот наша малышня. Трава в этом году очень быстро сухнет. В обед, это, если они не съедят, все уже будет сухое. Ешьте, мой хорошенький, ешьте. На, тисейчик. На тебя свеженький. Вот. Мой мальчик. Жарко, конечно, сейчас им всем. Жара стоит 33 градуса днем. Но вот они едят только рано утром и ночью, и все. Остальное время только пьют. Так, теперь пойдем к курочкам. Вот утром курочки. Пошли следующие. Здесь у меня, смотрите, четкий кабачок, рубленная крапива, перемол зерна и отруби. Вот я даю вот такую смесь, жидкую я не даю. Потому что плохо тогда у них наступает с пищеварением. Пойдемте покормим. Они мои родные. Видите, кормушки. Приходится отвлекать. Знаете. Ешьте всем, хватит. Успокойтесь. Знаете.
Прямо я намесила молодым курочкам, которые у меня еще содержатся отдельно, потому что их большие будут забивать. Перед тем, как отсаживаем, мы подстригаем им крылышки. Ну, война будет, конечно, но потом все привыкнут друг к другу. Видите, они выбирают с удовольствием крапиву. Крапиву я сейчас не ошпариваю. Она их уже не так жьет, они уже взрослые. И кабачки они с удовольствием едят. Кабачки, конечно, меня очень спасают с кормления птицы. Вот кабачок тертый, свекольник и крапива, потому что многие задают вопрос, как делать мешанку индюка. Прямо вот чуть-чуть надо сбрызнуть водой и просто отруби. Просто отруби. Не сегодня я его вожу отруби. И вот так вот, если мало воды, я добавлю. Ну, так как замешиваете тесто. Я приладилась так. Отруби обволакивают листву. И она должна быть не мокрая. Вот должна быть консистенция. Видите? Что-то они оставят из отруби, что-то осыпется. Но вот такую мешанку надо делать именно индюкам. Я делаю такую, как другие, не знаю. Пойдемте посмотрим. Тихо, тихо. Вот это они сейчас съедят, потому что дальше пойдет сухое, жара, оставлять нельзя будет. Выберут они, конечно, сначала свекольник, потому что это их лакомство. Потом уже докушают дальше. Куколки они заглатывают прямо, вот я их рублю чуть-чуть, прямо целиком. Вот это последний наш вывод в этом году. Это чешское яйцо было, рост 308. Оплот был хороший, вывод тоже. Им сейчас 5-е сутки, они у меня находятся в сарае. На ночь включаю чуть-чуть теплую лампочку эту, но сейчас все выключится, жара стоит. Подсыпаем свежие опилки, чистим, песочек у них стоит обязательно. У меня у всех стоит всегда песок. Они здесь и чистятся, где находят камешки. И сейчас пока нулевочка комбикорм. Сейчас мы им засыпем все, поставим чистую водичку. И они у нас так день тут балдеют. Места им тут хватает. Видите, у меня бульбер приспособлен и для больших, и для маленьких. Я его чищу потом, обрабатываю каждый раз для нового заселения. Вот так мы приладились. Там у нас перепела находится. Сейчас мы их тоже у них покормим, почистим. Они у меня тут и зиму, сильные морозы, конечно, я их пересаживала в дом. А так они у меня здесь вот несут яички нам. Вот они, яички наши. Тут у меня девочки и два мальчика. Мальчики только кричат у нас хорошо. Вот так они у меня находятся здесь. Тут тоже хорошо, конечно, сейчас совсем очень жарко. Сейчас покормим, у них специальный тоже комбикорм есть. Также они едят творог раз в неделю. И сейчас мокрица. Мокрится сколько хочешь. И чистая вода 3 раза в день, потому что за день она нагревается. Это мой хороший. Это техасцы. Видите, какая лапочка. То-то-то-то. Сердечко бьется. Вот. Скоро мы заложим яички. От них освободились вот мои инкубаторы. Цыплята вышли. Теперь вот заложим яички техасцев. Да. И все вам покажем. Задавайте вопросы, если будет. На ответим. Куда сейчас. Я даю. Вот видите, у нас там гусенок. Это вот 3 гусени высидели одного гусенка. И мне, конечно, доставил хлопот, но сейчас он ходит вместе с ними. Это вот старшие обижают младших. Но сейчас им тут всем хватит, потому что я специально рассыпаю, чтобы они друг друга не трогали. Вот это серый украинский я подкупала. А это вот Линда. 3 гусени у меня садились на яйца, я их оставлю. И попробую получить в следующем году потомство. Оставлю Линду и оставлю Серого тоже. И посмотрим, что получится. Вот так проходит наше каждое утро. Это сегодня воскресенье. Просто можем чуть-чуть расслабиться.
Вот, а так надо успеть покормить и поехать на работу. Здесь у нас тишина, лес, кукуют кукушки, утки гнездятся, аисты, цапли. У нас там речушка есть внизу, потом покажем тоже. Вот, здесь у нас благодать. Травы, море, тишина, спокойствие, чистый воздух. Если будут вопросы, задавайте, ответим. Вот так мы ведем свое маленькое хозяйство. Еще успеваем работать. До свидания.